Давай семечки. Как хочешь. Может, не будет. Блин. Лена, гостехнадзор это нужны. Там всем срать на твои волосы, блин, где они лежат? А сфоткай ты. У меня... Ты фоткай. Мы харя. Ну, один. У меня волосы откинулись. Ты пи***ец. Все. Нормально. Для прав сойдет. Вот, а ты переживала. Смотри, нормально получилось. Костюмчик себе переделать? Да не, у тебя и так нормально. На ветровом нормально же ездить. Б-60. Можешь, пожалуйста? Спасибо. Мне не лезет. На, съешь. Может, ты залетная? Давление. Ты видел? Лучше пусть давление. Давление. А как выглядит давление? Я вот его не видел. Сломался, сука. Тебе делать все равно нехер. Делай чебуреки. Или на работу хочешь пойти? Ну давай. Я плачу, ты несешь. Ну да. Всего доброго. До свидания. Да, странно. Чего у тебя их не приняли? Гостехнадзор. Потому что ведьма. Чё ты не погладила нифига? Чего? Я думал, ты так клиентам только делаешь. Выщипай Валеру, а? Да. Валер. Хорошо. Смотрите, что я думаю. Можно стаканчики делать, ну, вот эти не 0,4. Давай что-нибудь грандиозное. Чебуреки. Тесто. Сейчас ты начнешь, конечно, вот было бы тесто, я бы сделала, а так хуй тебе, не чебурек. Ну, тесто нет, да. Видишь? Мука зато есть. Мука есть. У меня лесозаготовки, здоровье и так далее. Вот. Ходил в лес, перешел, пил маску. Блинчиков закусил. Хорошо. Что тебе нравилось смотреть? Фильмы. Порнухи? Разные. А что тебе там именно в порнухе нравится? Не знаю. Всем же нравится. Тебе сюжет сам нравился или что? Всем нравилось. Все смотрели. Ну тебе сюжет сам нравился? Сюжет? Там тебе интересно было только что, основные сцены или вот как там идет, чем они, как они, где они работают? Работают, да. Диалоги, не? Нет, диалоги, нет. А где ты порнушку брала тогда? Что-то такое нужно. На видоке или на телефоне? Я не помню, где-то. А что ты делала на порнушке? Просто смотрела или что делала? Или как мальчишки? Как мальчишки. Ну, почему считаешь, что все надо доесть обязательно, прям, чтобы ничего не осталось на тарелке? Вот сколько положили, столько надо доесть. Почему? Ну, чтобы тарелку освободить место. А если я не хочу, если у меня не лезет, допустим? Ну, лучше доесть. Вот ты доешь сейчас икру? Нет. А меня что заставляешь? Ну это же манго. А это икра. А это маленькая. Ни хрена себе. Это из раза в раз происходит.
Я тебе 100 раз говорил, не обязательно, я хочу доедать все, что ты кладешь. Я столько, сколько организм требует, понимаешь? И тебе советую. Ну, я бы съела манго. Съешь? Да я не хочу. И я не хочу. Так, где второй подбородок, покажи. Ну, вот. Где всегда. Где так же. Великаны жрут рыбу и сюда запихивают. В зоб. Во второй подбородок? Зоб. Да, зоб. У них зоб. Да? Все, мы ничего не украдем, можете идти. А ты терку к юбке купил или юбку к терке? Юбка уже. Ой, юбка! Эта штука давно. И к морковке. Че, с лицом? Да и ты просто меня шарашишь своими новостями. Может, съездишь сама до Подольской? Ну, и чего решила? Нет желания. Ехать и мерзнуть до Подольска в субботу. Николай. А не проще подмыть сразу все тело, чем подмышки стоять под краном? Нет, не проще. Почему? Ну потому что я не хочу мыться. Аргумент. А? Ты сверху что-нибудь оденешь или так гулять пойдешь? Не так пойдем. Зима же. Слышишь, что? Дай ему. Почему? Не знаю почему. Потому а что... почему это нормально? Потому что тому не да еще. Ну надо сделать. Валера изо рта воняет. И что, мне ему зубы почистить? Да. Да, вкусное мороженое. Что за мороженое? Вон, открой помойку и прочитай. Не хочу. Хотите на завтра планы? Вот именно. А мне вот эти кругляшки надо разрезать? Я не знаю. Ты делаешь, ты решаешь. А, предатель, да, Валер? Валер, хер ли ты палишь? Какой же приятный звук. Какая ты молодец. Опять жрать. Все? Можно всем посыпать? Зови синиц. Сейчас они сами прилетят же. А расчисть дорожку в лес, пожалуйста. Ну, расчисть. Ну, блевани и расчисть. Установка надрамника на автомобиль. Начали расстраивать фургон. Вот, смотрите. Нас же потом все равно выкладывают на сайт. Угу. Вот зафиналили, короче, 3D-модель. Отдали чертежи в раскрой фургонов. У меня стол чистый. Еще что-нибудь покажи. Вот так вот. Даже кроватка закрывается, да? Угу. Так можешь отдать такое, все, прям на компьютерную модель. Ну, в 3D-печати отдадим. Да. Угу. На принтере напечатаем. Самокат? Угу. Жопу покажи еще. И крышу. Антенну-то припиздюрил, блин?
Вон спереди. Ага. Ну тут маленькая другая будет вот эта. Ага. Ну все, хоккей. Вот здесь будем хоровать, вот здесь на Новый год. Одну дорогу прочистил. Чуть не собираюсь. Там второй шаг. Видел, что? Не увидишь. Все, дорогу прочистил к елочке. Все, отлично. Это к бочке. Там нереально. Ладно. Ага. Так. Я тебе всю ночь не дал спать. А почему ты не спала всю ночь? Я спала ночь, только в 2 часа легла. Вадим, отстань. Так, и 8 что? Отвечай. Только не дыши. Отстань от меня. Вадим, иди спать. К себе. Почему в 2 часа ночи ты бухал, Вадим? А? Ты лучше расскажи, что в 8 утра было сегодня. Нет, ты что в 2 часа бухал? Расскажи. Ну, бухал, чтобы заснуть. А потом, чтобы в 8 встать. Почему ты такая довольная? Об этом умалчиваешь. Вадим, а что ты бухой сейчас? Я не бухой. Вот так вот. Ну, ты пожалела? При чем здесь это пожалел или нет? Ты, я тебя спрошу, какого фига ты бухаешь? Ну, хорошо, если отмотать пару часов назад, ты бы... Что бы сделала? Поспала бы или все-таки приняла бы меня? Как доктор, да, приняла? Да, да. Это, Вадим, ты что бухаешь? Расскажи. А почему ты уходишь от вопроса прямого? Нет, я лежу, я никуда не ухожу. Ну тогда я его тебе сейчас задам, и ты ответишь на него. Ты что бухаешь, Вадим? Что такой веселый? А ты что такая сейчас веселая? 8 часов утра сейчас или полдевятого. Полдевятого уже. Какие бабы, а ты опять... Какие бабы веселые в 8 утра, ты мне расскажи. Почему ты веселая в 8 утра? Ну, а почему нет? Потому что что? А почему нет? А потому что что? А почему ты бухой? А потому что я бухой. Вот моя ты веселая в 8 утра. А завтра я буду трезвый в 8 утра. А сегодня? А послезавтра... Тебе вообще ехать в Подольск на экзамен. И ты не будешь такая веселая. У тебя завтра последний шанс еще быть веселой в 8 утра. Нет, у меня много будет еще в 8 утра веселых. Ну вот кроме Подольска и Можайского ГАИ. Ага. То есть ты выспалась? Нет, я не выспалась. Я хочу жрать. Я хочу спать. Я хочу все. Все у тебя уже было. Просто осталось тебе пожрать. Слушай, мне кажется, у тебя не такая сложная жизнь. А, блин, нет, не сложная. Кто об этом говорит? Ну, просто что ты возмущаешься? У тебя какие сейчас претензии? Ты? То, что ты мне не даешь спать. Почему ты не спишь? Слушай, почему я должен, после того, как ты получила кучу эмоций, и я должен сразу идти спать. Прошло 15 минут. Сейчас я пойду спать, успокойся. Ну, давай, иди спать. Блин, если я буду ждать, пока ты будешь одета, я... с тобой ни одного кадра не будет. Куда ты еще хочешь перевести мои деньги?
Себе. Зачем? Ну, я же потратила свои деньги. И поэтому надо перевести мои. Мои деньги, это мои деньги. Твои деньги, общие деньги. Семейные. Надо заявление написать на возврат и на площадку. А ты сдала? Конечно. Да. А ты знаешь, где Караганда? Караганда, да. Все? Да. Да я подушусь, это там тёлка нормально работает. О, нет, ну нет, Вадим, я приедешь, я выйду, подушусь. Мне я блевану. Ну а так она мне не даст. Ну и ты при. Мы сейчас подъедем и подушишься. Угу. Ну и блевану. Я не хочу блевать. Лена. Да, я здесь. Не надо так орать. Покажи свою суперкрасивую задницу. Шоу. Сегодня ты получила права. Смотрите. И за это я тебе подарю микрофон. Подарю что-нибудь другое. Не хочу микрофончики. Ну что тебе 5000? А, аренда машины, да? Чего? Аренда машины? Да, аренда машины на завтра. Совсем угу. Пятеро. Я 2000 отдавал. Трындец, да? Цены. Охренеть. Лен, вот скажи, вот на машинах, когда пишут, вывод из запоя. У них больше клиентов или меньше? Не знаю. Ну, как думаешь? Ну, если там есть телефон, может, и это, обращаются. Угу. А когда приезжают к клиентам, и все видят весь поселок, что кто к ним приехал. Сейчас не пишут такого. Это сейчас все уже прикрыли же это, нельзя. Пишут. Они наоборот должны приезжать, ничем не обозначенные. Обычная машина. То есть больше клиентов или меньше у них, как думаешь? Не знаю. Вообще без понятия. До меня тут дошел слушок, что кто-то не может посрать. Так вот, есть одно чудо-средство. Прям чудо-средство. Съезди в аптеку, купи ему Фортранс. Там вылетит, блядь, все нахуй. Вообще все, что только можно и что нельзя, блядь. Мне, короче, к операции готовят людей. Вот, когда, знаешь, полостная операция на брюхо. Вот. Им назначают Фортранс перед ней. Я его лично пробовал. От запоров там все вот этой. Я ему отомщу. В ракету, ёптать. Вот. Стартуешь с унитазом. Поэтому купи, и всё у него пройдёт.